Ты даже не представляешь, каково было там. Я иногда смотрюсь в зеркало, и то, что я вижу, меня пугает. Я так мечтал вернуться в Италию. Что вы хотели? Я только приехал. Один наш общий знакомый сказал, что я могу к вам обратиться. Я мало рассказывал вам о тебе. Добро пожаловать, брат. Работать будешь на рынке. Мы сами выйдем на связь. Я уже столько лет живу во вранье. Давай хоть раз будем честны друг с другом. Привет. С возвращением. Командир группы Хасан. По крайней мере, так он себя называет. Пора готовиться. Постоянного логова у них нет. Все время переезжают, чтобы не засекли. Поэтому в полном составе еще ни разу не встречались, и захват устроить невозможно. А ограбление инкассатора? Держи этих двоих под прицелом! Теперь объясните мне, что у вас там стряслось. Я не допущу больше никаких ошибок. Добрый вечер. Пиццу с грибами и газированную воду с двумя дольками лимона, пожалуйста. За мной следят. Мне перекрыли кислород, следят за каждым шагом, каждым движением. Я всегда был один. Ни родных, ни друзей, ни женщин, никого. Он дает нам неполную информацию. Надеюсь, мы с ним не ошиблись. Откуда нам знать? Может, он один из них? Конечно, полиция неспроста приехала в момент сделки. Кто ты, мать твою, вообще такой? Кто тебя знает? Хватит мне врать! Пошел ты! Пошли вы все, я сваливаю, сами разгребайте это дерьмо! Нет! А после этого взорвем второй фургон. Мы будем творить историю. Пошли, пошли! Выходите с поднятыми руками! Позывной Карим. Ты никому не можешь довериться, потому что все что-то скрывают. Фильм Федерико Алотта.